Всем привет! На днях Fortnite Battle Royale вышло крупное обновление, из-за которого онлайн в игре довольно сильно подскочил. Ивент Хэллоуин — это вам не шутки. В любой крупной и современной игре разработчики радуют комьюнити тематическими обновлениями в этот период. Но вы наверняка задаетесь вопросом, а как же мне заработать бурибаксы на клевую косу или костюм скелета? И вот тут я вас должен, к сожалению, огорчить. Бесплатно получить во время игры именно в Battle Royale бурибаксы нельзя. Их фармят, выполняя задания в основной игре, которая сейчас по скидке стоит около 700 рублей за самое дешевое издание. Как говорили мои зрители, испытавшие свои силы в PvE, 500 монеток фармятся около 3-4 часов. Задания лимитированы, и просто так получить всю сумму за день не получится. Но вот сейчас добрая весть для вас. В честь Хэллоуина я разыгрываю бурибаксы. Ведь многим понравились ивентовые скинцы, а PvE нет или жаба душит купить ее или монетки. Правила просты. Подписаться на YouTube канал, подписаться на группу, репостнуть это видео из закрепа в группе ВК. Всего победителей будет трое. Два приза по 1000 бурибаксов и один на 2500. На что их хватит? Ну, например, коса стоит 800, а костюм 1200 или 1500. Определим победителей на стриме 3 ноября. Кстати, сумму на покупку этих самых бурибаксов я перечислю вам на карту или киви, так что даже если вы не заинтересованы в скинах, вы вполне можете поучаствовать, главное соблюдайте правила. В описании вы найдете ссылку на группу. А на этом пока все, всем спасибо за просмотр, участвуйте в розыгрыше и до новых видео!